На митинге в Черемхово собрались почти 4000 человек. Это местные жители, а также приезжие из городов Свирска и Саянска. Представители трудовых коллективов, общественных и ветеранских организаций. Люди собрались, чтобы выразить свою поддержку Сергею Ерощенко. Впервые за 30 лет капитально отремонтирована городская больница номер 1 в городе Черемхово. Началась реализация программы по переселению из аварийного жилья. В первую очередь, несмотря на все трудности с финансированием, состоянием бюджета, с кризисными явлениями в экономике, мы смогли поднять заработную плату работникам бюджетной сферы. Мы своевременно выплачивали и будем ее выплачивать. Область не свернула ни одного социального проекта. Сегодня мы с гордостью говорим о том, что мы вернулись к практике строительства детских садов, школ, спортивных объектов. И сами видим на примере наших территорий. В Черемхово за эти 3 года построен физкультурно-оздоровительный комплекс. Построен новый детский сад и началось строительство еще одного. Построен в ближайшее время будет плавательный бассейн. Стабильное развитие территории стало возможным благодаря сплоченной и слаженной работе руководителей местной власти с главой Приангарья. Мы за развитие Иркутской области. Мы точно знаем, у нас сильный президент, у нас сильная страна, у нас сильные жители. Мы хотим видеть Иркутскую область сильной, поэтому нам нужен сильный губернатор. Наш губернатор! Ура! Черемховский район стал первым районом Иркутской области, жители которого публично выразили поддержку губернатору Сергею Ерощенко и проводимой им политике. Сергей Владимирович родом из Черемхова. За 3 года работы на посту главы Приангарья изменения произошли по всей области. Я заметил, по крайней мере, по нашему Черемховскому району, что социальная сфера улучшилась в том смысле, что у нас там построен детский садик, проводятся капитальные ремонты садиков. Также строится металлургический завод в Черемхово. Ну, то есть, есть существенные сдвиги в промышленности. Вот. И то есть, а когда есть промышленность, тогда и город может жить, и район тоже. Выборы губернатора Иркутской области состоятся уже этой осенью. И митинг в поддержку Сергея Ерощенко – это только первая ласточка.